Теремок ТВ. Синий трактор представляет. Все можно. О, смотрите, новая горка. Какая она красивая. И высокая. Вот здорово, чур я первый катаюсь. Стой, грузовик, смотри, что здесь написано. Кататься запрещено. Запрещено кататься. Ну дела. Почему это горку поставили, а кататься не разрешают? Да, странно. И очень обидно. Не обращайте внимания. На самом деле кататься можно. Взрослые часто запрещают что-то просто так, от скуки. Как это? Не может быть. Если нельзя, значит, на самом деле нельзя. Да, если взрослые что-то запрещают, значит, есть причина. А вот и нет. Бабушка как-то купила коробку конфет. Они так вкусно-вкусно пахли. А бабушка сказала, что можно съесть только одну конфету. А если все сразу съесть, то живот заболит. Я съел одну, а потом не удержался и съел вторую. А потом все конфеты съел. И знаете, что было? Что? Да ничего, живот так и не заболел. Ну, правда, кузов пятнами покрылся и чесался 2 дня. Но это же ерунда. Так что конфеты спокойно можно было есть. Ничего себе! Это что получается? Все можно? Я об этом и говорю, конечно, можно. Нет, что-то не верится. А ты проверь. Вот тебе, поливалка, что запрещали, чего бы тебе очень хотелось? Мне запрещали по газонам кататься. А мне так хотелось колесами проехаться по мягкой травке. Так вон газон, езжай себе на здоровье. Нет, нельзя. Да можно. Хочешь, я тебе помогу? Вот, смотри. Оп, оп. Вот видишь, все очень весело и ничего страшного не происходит. Пам-ра-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам. И правда здорово. Подождите, я с вами. Ой-ой-ой, посмотрите, мы своими колесами всю траву затоптали. Да ничего страшного, трава снова вырастет. Ой, мы цветы поломали, бедные цветочки. Да ладно тебе, цветы тоже заново вырастут, зато мы отлично повеселились. Чтобы цветы выросли, их нужно сначала посадить, потом поливать, удобрять и долго ждать. Правильно мне не разрешали по газонам ездить. А нам с синим трактором было весело, правда? Нам-то весело. Но вот поливалки теперь не очень весело. Может, все-таки не стоит делать то, что не разрешают? Ты просто еще не понял, как это здорово. Скажи, что тебе родители запрещали делать? Мне? Мне не разрешали песком кидаться. А тебе хотелось? Конечно, хотелось. Очень хотелось. Так набрать полный ковш песка и как швырнуть куда-нибудь подальше. Так поехали скорее в песочницу и сделаем это. Так, зачерпываю песок. Больше набирай, чтобы полный ковш был. Я полный ковш набрал. Замахиваюсь. Класс! Очень весело. Только видно не очень. Ой, мне фару щиплет. А мне тоже. Не так уж это и приятно оказалось кидаться песком. Надо попросить поливалку помыть нам фары. Поливалка! Поливалка! Езжай к нам. Ну и что вы еще тут натворили? Мы кидались песком, а теперь нам фары щиплет. Ты не могла бы полить нам на фары водой? Конечно, я вам помогу. Но вы сами виноваты. Будете знать, как нарушать запреты. Честно говоря, мне совсем не понравилось. Ничего вы не понимаете. Это же так весело делать то, что не разрешают. Сначала весело, а потом совсем не весело. Лучше слушаться взрослых. Ну вот и пожалуйста. Сидите тут и слушайтесь.
а я пойду с новой горки кататься. Грузовик, не надо! Стой! Туда нельзя! Грузовик, стой! Вдруг это очень опасно! Да что вы верите каким-то табличкам? Сейчас сами увидите, как мне будет весело и тоже захотите. Так, вот видите? Опа! Я на горку заехал и все нормально. Из вредности просто кто-то написал, что нельзя. А я вот возьму и скачусь. Ой, 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 кажется я... Ай-яй-яй! Мамочки! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой, ух ты! Грузовик, ты цел? Ай, не знаю. Ой-ой-ой, кажется, бок болит. Ой, а что это было? Эта горка перевернулась и тебя сверху накрыла. Кажется, я тут застрял. Помогите! Не нужно было тебе с горки кататься. Сейчас я попробую приподнять горку ковшом. Не двигайся! Не получается! Горка слишком тяжелая! Надо кого-то из взрослых звать на помощь! Что тут происходит? Кто разрешил вам горку трогать? Вы что, читать не умеете? Написано же, кататься запрещено! Помогите! Спасите! Я здесь, под горкой! Так-так-так... Оп! О, спасибо вам большое, дядя Кран! Я так испугался! Мы ведь горку еще не закрепили, поэтому повесили табличку. Мы же написали: запрещено кататься. Тебе, грузовик, еще повезло, что ты не сильно ушибся. Простите, пожалуйста, я больше так не буду. Мы тоже больше не будем запреты нарушать. Взрослые ничего не запрещают просто так. И нужно их слушаться. Ладно, пока. Мы поехали. Хватит на сегодня приключений. Герой. Ух ты! Батут! Настоящий! Класс! Вот поливалка и грузовик обрадуются! Привет! А вас на площадке ждет сюрприз! Ух ты! Вот это да! Сюрприз? Какой сюрприз? Не скажу! Сами увидите! Здорово! Я люблю сюрпризы! Ого! Ничего себе! Настоящий батут! Вот здорово! Неужели это ты для нас такой сюрприз приготовил? Да, конечно, я. Ну а кто же еще? Чего не сделаешь ради друзей? Синий трактор, спасибо большое! Какой ты хороший! Да ладно, чего уж там, ерунда! Ты настоящий друг, синий трактор! Ты должен прыгать первым! Мы с грузовиком тебе уступаем, да, грузовик? Ну да, уступаем, раз это ты сделал. Ура! Спасибо! Мне давно хотелось попрыгать, но я вас ждал. Оп! 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 Эй! Оп! 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 Оу! Как высоко! У-ху-ху-ху-ху! Смотрите, как я могу! Смотрите! Оп! У тебя так классно получается! Я вот только не пойму, а как это ты такой большой батут сюда привез? У тебя ведь и кузова нет! А я сначала попробовал батут впереди себя толкать! Но как-то было неудобно! Тогда я его ковшом зацепил! Знаете, как тяжело было батут в горку тащить? Я думал, у меня ковш сломается. Но я выдержал. Я же сильный.
Да и мне очень хотелось вас порадовать. Да, правда, ты такой сильный синий трактор. А можно я тоже с тобой попрыгаю? Конечно, можно. Заезжай скорее. Я тоже могу. Смотрите. Я лечу. Я выше. Ну хорошо, допустим, ты его сюда притащил. Но как ты один смог все пружины натянуть? Грузовик с большим трудом. Я упирался всеми колесами, а ковшом натягивал по очереди каждую пружину и цеплял их за крюк. Одна пружина как отлетела и как ударит меня по кабине. Знаете, как это больно? Даже царапина осталась. Смотрите, вот. Меня это нисколько не испугало и не остановило. Я же очень хотел вас порадовать. Какой ты смелый синий трактор! Ты просто герой! Ну прямо уж герой! Так бы каждый поступил ради своих друзей. Ничего особенного. Зато теперь нам так весело прыгать! Спасибо тебе, дорогой синий трактор! Грузовик, хватит бурчать! Пожалуйста, поливалка! А ты, грузовик, разве не рад, что у нас теперь есть батут? Что ты пристал со своими вопросами? Я рад, но я все думаю. Синий трактор привез батут, натянул пружины. А как же он трап к батуту прикрепил? Тут такие маленькие винтики. Знаешь что, грузовик? Раз ты мне не веришь, то и не прыгай на моем батуте. Я верю, верю. Ты сам привез, установил, прикрепил. Хорошо, верю, ладно. А можно мне тогда с вами? Можно, так и быть. Заезжай. Вот здорово! Все-таки ты молодец, синий трактор! А давайте кто выше прыгнет! Оп! Оп! Смотрите! Опа! Ого! Опа! Ничего себе! Ух ты! Оп! А я выше! А я еще выше! Смотрите! Опа! Еще! И еще! Произошло? Посмотрите мои задние колеса. Они на месте? Как больно! Что это было? Ой-ой-ой, батут порвался. Все живы? Поливалка, твои колеса на месте, а я вот себе бок ушиб. А я еще бампером передним ударилась. Мне тоже больно. Кажется, я ковш погнул. Какой кошмар! Почему батут порвался? Может быть, ты что-то не так закрепил, синий трактор? Все я так закрепил. Просто не надо было так сильно втроем прыгать. Смотрите, здесь какая-то табличка. Посмотрим, что тут написано. Так, памятка. Как пользоваться батутом? Это ты, синий трактор, табличку поставил? Ну, конечно! Ведь синий трактор батут установил. Значит, и табличку тоже он повесил. На батуте может прыгать только одна машина или трактор. Что это значит? Это значит, что батут может выдержать вес только одной машины. Ну, или трактора, не больше. Теперь все понятно. Мы же все втроем на батут залезли. Вот он и порвался. А что ж ты не предупредил, синий трактор? Мы бы не стали все вместе прыгать. Да, ты же знал, что батут может выдержать только кого-то одного из нас. Да я... ну... А я знаю, это он специально хотел над нами посмеяться. Ты это специально, да? Очень злая шутка, мне до сих пор больно. И мне тоже. Так с друзьями не поступают. Никакой он не герой, а наоборот, предатель. Да нет же, я не специально. Я вообще не знал ничего про этот батут. Ведь это не я его устанавливал. Как же так? Ты ведь сам сказал, что это ты. Я просто пошутил. А вы начали меня хвалить. Мне стало так приятно, что не захотелось признаваться. Простите меня, пожалуйста.
Ладно, прощаем. Ты же не специально. Конечно, не специально. Давайте позовем рабочих, чтобы они починили батут. Давайте, только прыгать будем по очереди, по одному. Не нужно присваивать себе чужие заслуги, а то можно попасть в глупую ситуацию. Пока! Он первый начал. Нет! Не догонишь, не догонишь! Ты догнал! Теперь ты водишь! Ну ладно, берегитесь, считаю до трех. Раз, два, три. Так-так-так. Оп, попался. Теперь ты догоняешь грузовик. Ай, ну нет, я не хочу. Я не люблю догонять. Это потому, грузовик, что ты очень ленивый. А вот и неправда. Сейчас как догоню, вот и посмотрим, кто здесь ленивый. Считаю до трех. Раз, два, три. Держись! Опа! Эй! Ты чего? Ой-ой! В это! Играйте пока без меня! Что это было? Ты видела, как он меня толкнул? А потом еще взял и уехал? Да, видела. Может быть, ему не понравилось, что ты его назвал лентяем? А кто он? Кто он? Лентяй и есть! Толкаться-то было зачем? Я же его не толкал. Ну, может быть, он нечаянно? Ага, нечаянно. Вот так, это разве нечаянно? Эй, зачем ты меня-то толкнул? Это я, чтобы ты поняла, как сильно грузовик меня толкнул. Можно было бы и словами объяснить. Мне было очень неприятно, даже больно. Зато теперь ты понимаешь, как мне было неприятно. А еще мне обидно. Да и мне обидно. Мы теперь с тобой друзья по несчастью. Как-то не очень хочется дружить с тем, кто толкается. Это правда. Прости меня, поливалка. Я не подумал. Больше не буду тебя толкать. Ладно, прощаю. Вот видишь, я тебя толкнул и попросил прощения. А грузовик даже не извинился. Просто толкнул и уехал. Да, ты прав. Грузовик совсем нехорошо поступил. Интересно, что у него случилось и куда он уехал? Пусть он только вернется, я ему покажу. Поехали попрыгаем на пружинках. Привет! А знаете, что со мной случилось? Вот тебе! Ты чего это? А ничего, просто так. Ах так? Ну, держись! Стоп! Давайте не будем ссориться, а лучше поиграем в догонялки. Я вожу. Хорошо, давай! Считай до трех. Убегаем! Раз, два, три. Берегись! Ты что, мне подножку подставил? Ага, просто так. И еще смеется! Ну, держись! Да не ругайтесь вы! Давайте дальше играть! Оп! Грузовик, теперь ты водишь! Ладно, сейчас я тебя быстро догоню! Раз, два, три! Ух ты! Ты в меня песком кинул? Специально? Да! Здорово получилось, правда? Ну, я тебе синий трактор сейчас покажу. Держись! О, вот тебе! Ах так! А это тебе! Вот так! Ах ты так! Да, вот так! Эй, прекратите сейчас же! Вы что? Эй, стоп! Что вы делаете? Ну, держись! Ты первый начал! Это ты первый начал! Нет, ты! А я говорю, что ты! Да перестаньте же! Не важно, кто первый начал! Важно, кто первый это закончит! Я закончу! Вот только толкну его сильно еще раз и закончу! Нет уж, лучше я закончу! Вот так!
А я и не беспокоился, пока он меня не толкнул. Так ведь это ты меня первый толкнул, когда я на площадку приехал. Я только хотел рассказать, что со мной случилось, а ты меня как толкнешь? Так ты меня еще раньше толкнул и потом сразу уехал. А-а-а, так это я не специально толкнул. У меня тогда колесо разболталось, вот меня и занесло. Я понял, что нужно быстрее в гараж ехать, пока оно совсем не отвалилось. Да? Так вот оно что. Я-то не знал. Я думал, ты специально меня толкнул и уехал. Ведь когда нечаянно толкают, обычно извиняются. Ну да, прости. Я должен был извиниться и все объяснить. Но я так испугался, что колесо может отвалиться. У меня еще никогда такого с колесом не было. Так что, ну извини меня. Ладно, ты меня тоже извини. Нужно было сначала спросить, что случилось, а не толкаться. Вот и помирились. Здорово. Теперь давайте дальше вместе играть. Давайте, я догоняю. Теперь я никого не толкну. Мне колесо крепко-крепко прикрутили. Тогда попробуй меня догнать. Считай. Да запросто. Считаю до трех. Убегайте. Раз, два, три. Нет-нет-нет, не догонишь, не догонишь. Видите, как получилось? Я так сильно обиделся на грузовика, а нужно было не обижаться, а просто поговорить с ним и узнать, что случилось. Пока! Чужое. Привет! Смотрите, что у меня есть! Привет! Привет, грузовик! Ух ты, какой красивый мячик! Весь светится! Откуда у тебя такой? Это не важно! Важно то, что он мой! Ого! Он сверкает только когда катится? Да! И чем быстрее катится, тем сильнее сверкает! Смотрите! О! Здорово! А давайте этим мячиком в футбол поиграем! Нет, нет, нельзя. Вдруг он сломается. Для чего же тогда этот мяч нужен? Для того, чтобы на него любоваться. Как на мои цветы. Да, да, точно. Ну ладно, мы уже полюбовались. Давайте теперь в прятки играть. Давайте. А куда я мячик дену? Ну не знаю. Положи его пока рядом с качелями. Хорошо, только вы его без спроса не берите. Чур, грузовик водит. Прячемся быстрее. Ну ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Ага. Так, так, так. Куда же вы попрятались? А, вот ты где! Поливалка, выходи, я тебя нашел! Ха-ха, ты за кустом! Ха, куда же делся синий трактор? Так, посмотрим. Ага, вот он где, под горкой! Ха-ха, выходи, синий трактор, я тебя нашел! Молодец, грузовик, быстро нас нашел! Теперь я вожу, а вы прячьтесь. Подожди, я только проверю, как там мой мячик. Ой, ой, нет, только не это, мячик. Мячик пропал, где мой мячик? Мяч пропал? Ну ничего себе. Мой мячик, моя прелесть. Куда же он подевался? Я свой мячик потерял. Так, сам мячик не мог далеко укатиться. Значит, его кто-то взял. Кто взял? Кто? Вы кого-то видели? Видели? Я не видела. Я тоже не видел. Но мы это узнаем, когда проведем расследование. Расследование? Это как? Представим, что мы настоящие детективы.
Сначала надо осмотреть место происшествия и найти улики. Улитки-то при чем? Думаешь, они утащили мой мячик? Улитки! Да не улитки, а улики. Это что-нибудь, что указывает на преступника и помогает его найти. Так, 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 так. О, нашел! Вот, видите, рядом с качелями остались следы. Это не мои, у меня другой рисунок на шинах. Значит, это кто-то другой подъезжал к качелям. Он-то и забрал твой мячик. Точно, и по этим следам мы его найдем. Смотрите, они ведут к горке. Похититель мечей по всей нашей площадке катался. Даже до клумбы доехал. Ой, может, он еще и ягодки украл? Поливалка, а ты знаешь, твои следы очень похожи на те, которые мы нашли возле качели. Да, они точь-в-точь такие же. Значит, это ты подъезжала к качелям и взяла мой мячик. Я бы никогда не стала чужое брать. А к качелям подъезжала, потому что хотела за ними спрятаться, но потом передумала. Значит, это был ложный след. И вовсе мои следы не ложные, а самые обычные. Да нет, это так говорят, когда расследование заходит в тупик. Давайте поедем, посмотрим, какие там еще остались улитки, то есть улики. Так, о, нашел! Смотрите, винтик, это улика? Еще какая улика? Винтик мог потерять тот, кто взял мячик. Ну-ка, покажи. Это мой винтик. Значит, мой мячик у тебя? Нет, конечно. Я этот винтик еще неделю назад потерял. Хорошо, что он нашелся, а то у меня ковш уже почти отвалился. А где же тогда мой мяч? Все улики указывают на вас. Значит, это вы его взяли? Мы его не брали. Может быть, ты сам его спрятал, а теперь нас обвиняешь? Надо было и правда в кузов его положить и никому не показывать. Как я сразу не догадался. Привет. О, мой мячик! Разве ты не знаешь, каток, что нехорошо брать чужое? Конечно, знаю. Это мой мячик. Мне его подарили на день рождения. Но я его случайно забыл на заправке. А потом вдруг увидел здесь, на качелях. Не представляю, как он тут оказался. Это я его сюда принес. Я увидел, что он лежит возле заправки, и взял его себе. Зачем же ты взял чужое? Я не знал, что это чужое. Я думал, это ничье. Надо было спросить у всех, кто потерял мячик. Надо было. Но он мне так понравился. А давайте все вместе в него поиграем. А можно? Когда этот мячик был у грузовика, в него нельзя было играть. Можно, можно. Он не сломается. Если ты нашел какую-то вещь, постарайся вернуть ее владельцу. Даже если она тебе очень нравится, забирать ее себе нехорошо. Не догнал, не догнал! Не догонишь, не догонишь, не догонишь! Опа! Все, догнал, теперь я убегаю! Привет! Привет, поливалка! А будешь с нами в гонки играть? Нет, я боюсь, что мои бусы за что-нибудь зацепятся. Бусы? Бусы? А зачем тебе бусы? Для красоты. Ты же и так красивая. А я хочу быть еще красивее. Ха! А зачем быть еще красивее? Ну, это меня радует. А можно мне твои бусы померить? Я хочу проверить, порадуют они меня или нет. Ну, держи, только аккуратно.
Ну как? Тебе стало радостно? Да что-то не знаю. Ну, вроде все как обычно. Да ты просто не умеешь эти бусы носить. Дай-ка мне, а? Опа! Оп-там-рам-пам-па-пам-па-пам. Смотри, как надо. Оп-па-пам-па-пам. Здорово! Я тоже так хочу. Опля! Вот так надо. Опа! Дай-ка я. Да-да-да. Ну, держи. Осторожно. Так и правда радостно и весело. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп! Лови, грузовик! Опа! Оп! Оп! Ну вот! Бусы! Мои бусики! Вы их порвали! Нехорошо получилось. Что же теперь делать? Ну ничего! Мы эти бусы починим! Мы сейчас возьмем их все, соберем и на нитку обратно наденем. Отличная идея, грузовик. Так, одна, вторая, вот еще одна. Так, ага, вот еще и еще одна. Ты давай нанизывай аккуратнее. Все. Собрали. Держи, поливалка. Тут только половина бусинок. А где остальные? Мы собрали все, что было. Я больше бусинок не вижу. Наверное, закатились куда-нибудь. Такие бусы меня совсем не радуют. Они некрасивые. Ну что ж, продолжим поиски. Это не бусинка, это маленькое колечко. В нем тоже есть дырочка. И его можно повесить на твою веревочку. Зачем? Ну как зачем? Среди бусинок будет висеть колечко и радовать тебя. Ха-ха, даже меня оно бы порадовало. Давай попробуем. А что? Мне нравится. Красиво получилось. Но бусинок все равно не хватает. Так что поехали искать дальше. А может искать не только бусинки, а вообще все красивое, блестящее, но с дырочкой, а? Так-так-так. А что еще бывает с дырочкой? Сушка или бублик? Бублики для еды, а не для красоты. Ну тогда иголка. В ней тоже дырочка есть. А ниточка в нее пролезет? Если иголка будет большая, то пролезет. А вдруг я колесо проколю? Это меня совсем не порадует. Смотрите, под качелями нашел. А вы чего не ищете? Мы решили искать не только бусинки, а вообще все, что с дырками. Оказывается, супер идеи приходят в голову не только мне. Класс! Давайте скорее искать! Так. А? Ага. Так, здесь ничего нет. А вот здесь? Так. А! Ура! Нашел! Вот, смотрите, кусок резинового шланга. В нем есть дырка, и его можно надеть на веревочку. Надо, чтобы предмет был не просто с дырочкой, но еще и красивый. И по размеру подходил. Вот, смотрите, что я нашел. Гайка. Ух ты, на солнышке блестит. Очень даже подходит. Спасибо тебе, синий трактор. Подумаешь, у меня таких гаек внутри полно. Могу открутить. Ты что, грузовик, развалишься? Давайте искать то, что уже само открутилось. Я нашла резиночку для волос с цветочком. Красивая, подходит. А я нашел еще одну бусинку. Под горку закатилась. Странно, бусинка почему-то меня уже не радует. Но все равно спасибо. О, посмотрите, что я нашел.
пуговица! В ней целых 4 дырки! Можно 4 раза веревку продеть! Будет в 4 раза красивее! Одного раза будет достаточно! Пуговица-то одна! Но она мне нравится! Спасибо, грузовик! Ключ! Подходит! А у меня булавочка! Пряжка от ремня! Отлично! Ой! А веревка-то кончилась! Какие красивые получились бусы! И очень необычные! Ни у кого таких нет! Эти бусы меня даже больше радуют, чем те, которые были раньше! Меня эти бусы тоже почему-то радуют! Просто так, когда я на них смотрю! Это потому, что мы сами эти бусы сделали! Ну что, поехали в гонки играть! Меня подождите! Привидение. Трактор, ты чего? Да скоро уже стемнеет. Надо нам заканчивать. Пора по гаражам ехать. Да ладно тебе, давай еще поиграем. Синий трактор прав. Скоро стемнеет, пора по домам ехать. А давайте еще на качелях покачаемся. Сегодня мы на них еще не качались. Да завтра покачаемся. Поехали. А я хочу сегодня. Ну, пожалуйста. Ладно, грузовик. Ты скакалку крутил, когда я прыгала. Я за это покачаюсь с тобой чуть-чуть. Но недолго. Что-то ваше чуть-чуть, совсем не чуть-чуть. Уже сильно темнеть начало. Поехали. Синий трактор, ты такой большой и темноты боишься? Совсем ни капельки не боюсь. Если что, у меня фары есть. И у меня тоже фары есть. У всех машин есть. Я тоже темноты не боюсь. Но я обещал родителям пораньше домой приехать. Трактор, а неужели ты не хочешь посмотреть на Луну? Я что, по-твоему, Луны не видел? А на комету? Сегодня говорили, что комета мимо нас вечером пролетит. Мимо нас? Тогда я поехала. Дома из гаража на нее посмотрю. Да она далеко пролетит. Отсюда за ней интереснее наблюдать. Поливалка права. Из окна лучше. Поехали, Поливалка. Я тебя до дома провожу. Хоть у тебя и есть фары, но все-таки в темноте маленьким машинкам лучше одним не ездить. Ай, ай! Погодите, погодите! У меня тут внизу что-то как хрустнуло. Как будто гайка какая-то отвалилась. Или рычаг треснул. Вы слышите? Ничего у тебя не хрустит, не выдумывай. Да как же не хрустит? Слышите? Ну вот я еду и хрусть-хрусть где-то внизу меня раздается. Нет, я сломался! Ох, ну бросать тебя одного мы не будем. Давай я на веревке тебя в гараж отвезу. Отвозить не надо. Надо отвалившуюся гайку искать. Да как мы ее найдем-то? Темно уже. Ну у вас же фары есть, сами хвастались. Делать нечего, надо искать. Будьте внимательны, а то если столкнетесь, двоих я на веревке в гараж не увезу. А если ты с кем-нибудь столкнешься? Мне от вашего удара ничего не будет, я же трактор. Где грузовик? А я говорил, раньше надо было с площадки уезжать. Куда же он подевался? Ау! Грузовик! Грузовик! Ау! Ты где? Ты это слышал? Слышал? Хрустит. Да почему хрустит? Воет!
Может, грузовик во что-нибудь врезался и теперь там плачет? Да не плачет, а воет! Ау! Грузовик, ты где? Эй, грузовик! Мамочка, что это там такое? Не бойся, поливалка! Я храбрый! А я нет! Я боюсь! Не подходи ко мне! Ты это? Ты кто? Привидения должны воды бояться! Поливай его! Не могу! Я боюсь на него смотреть! Эй, привидение! А хочешь со мной сразиться? Кто из нас сильнее? Лети сюда, трус! Это мокрая курица. Никого не напоминает? Это же грузовик в белой тряпке. В мокрой белой тряпке. Ха! Испугались? Ни капельки. Привидений не бывает. Ага, ни капельки. Орали тут на весь город. Теперь понятно, почему ты дожидался темноты. Понятненько, понятненько. Ага, комета пролетит, говорил. Больше у тебя ничего не хрустит, привидение. И не хрустело ничего, это я выдумал. Тогда быстрее по домам, нас уже, наверное, ищут. Ну погодите, я же еще не высох. А ты езжай быстрее, на ветру просохнешь.